1 октября – Международный день музыки. К этому празднику в музыкальной школе номер 3 приурочили торжественное мероприятие – посвящение в юные музыканты. 98 учащихся подготовительных отделений стали первоклассниками. На концерте они продемонстрировали свои первые достижения. На вершину музыкального олимпа даже самого виртуозного исполнителя почти всегда лежит через обычную музыкальную школу. На маленькой сцене 3-й городской первоклассники продемонстрировали свои первые достижения и посмотрели, чему уже научились ребята постарше. Музыкальная школа номер 3 славится высокими достижениями среди учащихся немало исполнителей, ставших лауреатами российских и международных конкурсов. Игре на самых разных – народных, академических, эстрадных, музыкальных инструментов и вокалу – здесь учатся 390 человек. Слушание музыки, изучение музыкальной литературы, раннее эстетическое развитие в группе от 3 до 6 лет способствует формированию гармоничной личности. Безусловно, дети, которые заканчивают музыкальную школу, я считаю, что они отличаются от детей. Они более воспитанные, культурные, образованные, интеллигентные. Ведь же так хочется, чтобы в нашем городе было как можно больше культурных, образованных, интеллигентных людей. Не все, возможно, станут профессионалами, но просто вот, многие люди, как бы, однажды начав играть на гитаре, то есть сохранять на всю жизнь, ну, они немножко другие. Мы более духовно развитые, музыкальные, добрые, чуткие. Я не знаю, буду ли я профессионалом или не буду. Главное, чтобы гитара и музыка будут со мной всегда. Обучение в подготовительном классе музыкальной школы номер 3 начинается с 5 лет, заканчивается в 18. Для взрослых людей без ограничения возраста, желающих овладеть музыкальной грамотой, работают отдельные классы.